Всех приветствую. Я Ирина, канал «Дачный креатив». Ездили с мужем на разведку в Ульяновский питомник и заехали в фикс-прайс. Там поблизости в нашем фикс-прайсе закончились вот такие вот наборы с горшочками со съемным дном. А я хотела докупить еще, поэтому решили посмотреть в том магазине. Там магазин побольше. Ну и кое-что купили и сняла. Быстренько сейчас что купили. Муж купил вот такие стельки с памятью 99 рублей. Лопатка 55 рублей. Это лопатка-нож для резки сыра. Затем вот такие камушки декоративные купила 55 рублей. Это опять себе для декора, для панно. Мерный вот такой кувшинчик 55 рублей с градуировкой. Силиконовый коврик 99 рублей. Так, купила себе скатерть-клеенку на дачу, на веранду. Симпатичная расцветка. Там были разные. Я выбрала вот такую. Стоит 99 рублей. Такая симпатичная расцветка на веранду. Вообще не люблю клеенчатые особенно. Но на веранду в самый раз. Купила кокосовый торф, брикет. 50 рублей. Буду добавлять в грунт и мульчировать рассаду, чтобы не образовывалась корка наверху. Он здесь хватает его намного. Здесь 4 литра. Один блок на 4 литра. То есть, когда набухает, получается 4 литра. То есть, мне для мульчирования рассады как раз подойдет. Так, купила вот такой клей полиуретановый, универсальный. Нигде в Оби, например, спрашивала, у них нет. Но вот этот клей хороший, он даже приклеивает древесину к бетону. Пожалела, что купила одну 50 рублей. Ну, может быть, тогда еще куплю. В нашем фикс-прайсе такого клея я не видела. Ну, вот такой купила органайзер для мелочей мужу. Такой, с ручкой. Здесь хорошая крепкая защелка. Здесь разделено на отделение для мелочей, для саморезиков, еще там для чего-нибудь. Пластик достаточно крепкий. То есть до этого я покупала такой хрипкий был пластик. Здесь такой пластик крепкий достаточно. Ну, в общем, для мелочей всегда пригодится 99 рублей. Для строительных мелочей мужу. Ну и вот эти контейнеры, которые я говорила, наборы с горшками, со съемным дном. Купила аж 3 штуки себе таких наборов. Вот потому что мне они понравились. 99 рублей вот такой набор. Я в питомнике в Ульяновском, когда снимала, там есть набор тоже на 12 горшков. Совершенно другой по внешнему виду. Этот посимпатичнее, во-первых. А во-вторых, здесь такой пластик достаточно крепкий, я как уже говорила, и поддон не хлипкий, крепкий поддон, и съемное дно. В Ульяновском питомнике я видела набор из 12 горшочков, там просто отверстие, там нет донышка съемного, просто отверстие в донышке. То есть вот видите, какое съемное дно. И стоит тот набор в Ульяновском 280 с чем-то рублей, то есть практически в 3 раза дороже. Этот набор стоит 99 рублей, так что рекомендую. Довольна я, что я купила. Ну вот, поснимала. Ассортимент отличается, конечно, от того, что есть в нашем фикс-прайсе. Так что смотрите. Всем приятного просмотра. Всем спасибо большое. До новых видео. Пока.